Я когда вижу себя в заставке, мне автоматически хочется зевать. Это же рефлекс, рефлекс видимо. Выработанный. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня вторник, будильник шоу в эфире. Просыпаемся активно, не отчаиваемся, что так рано. На самом деле, кто, как говорится, рано встает, тому... Бог дает, Бог подает, и будильник шоу подает. Доброе утро, уважаемые телезрители. Вновь мы в эфире, и вот у меня есть интересная новость, Марина. Вот было мне очень интересно, оказывается, дети с непростым характером в жизни преуспевают чаще. Психологи американские, как обычно, провели исследования, проводили очень долго, целых 40 лет. И оказалось, что самые непослушные дети преуспевают в жизни и, как правило, создают успешный бизнес. Потому что они непослушные и никого не слушают, и идут напролом. Это как говорят обычно, да, детям в школе. Будешь плохо учиться, не сможешь найти себе работу. И так далее, а на самом деле оказывается, нет, что эти дети самые хитренькие и в смысле, ну, в жизни-то и устраиваются хорошо, но вы в этот момент детей от экранов отведите, не надо им рассказывать все эти секреты. Друзья, сегодня мы решили обсудить очень интересную тему, и так или иначе она связана и с детьми, и со взрослыми, но мы сначала предлагаем посмотреть небольшое видеопредставление, а потом озвучим тему. Полетай, торопись, покупай! Живопись! Они больно грязь любят, беспорядок. Кто? Художники, артисты уж. А наш, знаешь кто? Скульптор, еще хуже. Вот, по-моему, получилось. Хорошо, пускай у нас разные вкусы. Давайте спорить. Положим, давайте. Я вообще за условный искусство. Давай. Витя, не так громко. Не напрягайтесь, пожалуйста. Витя, я прошу, не напрягайтесь, пожалуйста. Ну что, решили мы сегодня поделить эфир пополам, ровно провести черту. И в первой части мы хотим поговорить вообще о творчестве и вдохновении, потому что два этих понятия взаимосвязаны, они очень близки друг к другу. Но во второй половине мы поговорим о детских изобретениях. Именно 17 ноября вот связывают вот эти два события. Да, День детских изобретений, по-другому, если переводить его напрямую с английского, День детей-изобретателей, это мировой праздник, отмечается он во всем мире. Но об этом во второй части нашей программы. Сначала давайте все-таки действительно о творчестве и вдохновении. Вспомним свое детство. Может быть, вы относитесь к числу тех детей, которые вот точно так же напрягали руку, да, играя на фортепиано. Может быть, вы ходили в художественную школу и искали, черпали вдохновение именно там. Может, вас заставляли туда ходить, что немаловажно. Да, да. Ну и со взрослыми эта тема тоже связана, потому что мы даже, например, работая сейчас, да, у кого-то творческие профессии, иногда вот приходит вдохновение, что-то вот такое нахлынет необычно, да, и сразу же идеи огромное количество возникает. А мне еще стало интересно, возможно ли и есть ли вдохновение в таких профессиях, ну, например, как бухгалтер, да, Столивар. Или инженер, да, да. Вот возможно ли вдохновение в таких профессиях? Телефон прямого эфира 35 16 28, мы ждем звонков от наших телезрителей. Да, считаете ли вы себя творческим человеком, возможно? Что такое муза? Часто ли она вас вообще посещает? И как она выглядит? И как она выглядит, да? Что это за женщина такая? Как обычно, у нас есть для вас подарки пригласительные. Во-первых, у нас есть сертификат в Кёнигжим, недельный абонемент, 3 посещения. Можете привести свое тело в порядок зимой. Это как нельзя кстати, чтобы летом быть в порядке. Да, вот мне кажется, что зимой ко многим, по крайней мере, приходит вдохновение посетить спортзал, потому что летом же хочется выглядеть на все 100%. Вот замечательная возможность начать, иначе потом будет поздно, друзья. Да, также у нас есть пригласительная новинка, игровой клуб Wonderland, подарочный сертификат, который работает 24 часа в Wonderland. Здесь, ну, много чего интересного. Здесь и виртуальные очки. Можете сыграть в FIFA 2016. Очень много чего. Погрузиться в мир 3D, изображения 3D игр. Также у нас сегодня будет розыгрыш. Мы разыграем пригласительный в Киноленд. Нужно за него будет побороться в нашей рубрике «Детский лепет». Это чуть позже вы обязательно увидите. Еще раз повторю, телефон прямого эфира 35 16 28. Мы ждем ваших звонков. Вдохновение, есть ли оно, и как выглядит эта муза. А может быть, вам когда-то приходили по-настоящему гениальные идеи. Звоните нам в студию, рассказывайте. Сейчас давайте обратимся к мнению наших телезрителей-калининградцев. Мы у них спросили, а какими талантами они обладали в детстве? Вот, собственно, послушаем и посмотрим, что же они отвечали. Скажите, пожалуйста, какими талантами вы обладали в детстве? Вот, может, вы что-то умели такое, что все мальчишки завидовали? Вот, вы знаете, вот загадайте любое число, мне его не говорите. Просто загадайте, мне его не говорите. Загадала. Прибавьте к нему один.
прибавила. Прибавьте к нему еще раз один. Боже, прибавила. А теперь от той суммы, что у вас получилось, отнимите то число, которое вы загадали. Ну? У вас два получилось. Дядь, подождите, как вы это делаете? Подождите, и вы вот так в детстве всех вот да, со всеми такие да, штуки проворачивали? Ну, как это вы это делаете? Это же арифметическая прогрессия. А девочки в вас влюблялись за то, что вы умели разгадывать их числа? Да. Да? Да. Одну какую-нибудь, самую-самую вспомните. Евгения Бондаренко. Ну передайте Евгении Бондаренко привет. Женечка, привет тебе от Кёнигсберга. Какими талантами вы обладали в детстве? Может быть так, что вот прям все одноклассники завидовали? Музыкой занималась, пела в хоре. На чем вы играли? Или вы только пели? Фортепиано. Так, и что, прям вот любили это дело? Занималась в музыкальной школе. Вот. Закончила с горем пополам 7 классов. А какими еще талантами вы обладали? Может вы... Театральная студия была, в театр ходила. Так, кого вы там играли? Ой... Это было в массовых ролях, была барышня-крестьянка в массовой роли, да вот в ДКМ, в литературном театре. Ну покажите, как вы играли барышню-крестьянку, можете изобразить несколько вот мизансцен? У меня было одно единственное слово, как говорят, на распев по-французски. Но приличное хоть. Да, из 4 букв. Давайте. Блин. Вспомните в детстве, каким вы обладали таким талантом, вот что прям вам все мальчишки в классе завидовали. Талантом, чтобы все мальчишки в классе завидовали. Можно девчонки. Может, зауч завидовал. Ну, я любил модели клеить, а потом их на урок труда приносить. Пластиковые. Смотрите, модели клеить, в смысле, в клубе девчонок моделей. Там в 10 лет модель в клубе не поклеишь. Пластиковые модели нравились, да, приносил на урок труда, было красиво. Это какие модели чего были? Ой, в Советском Союзе там были модели самолетов в основном. Сейчас это выбор гораздо больше, понятно, и возможности больше. А тогда, ну, маленькие модельки самолетиков клеились, другого просто не было. Талантливый у нас калининградцы. Да, Калининград талантлив. На самом деле у многих в школе, ну, наверняка были такие особенности, таланты, которые были удивительны. Ну вот слушай, я вспоминаю, мне кажется, у меня никаких талантов не было, но если спросить мою маму, мне кажется, она найдет миллион талантов. Ну, это ты говоришь таких вот глобальных, да, а я говорю, ну просто вот у кого-то, знаешь, особенности просто, так, да, давай, что отличие, а в школе мы обычно вот мерим, сделай вот так вот палец. Так, делаю. Вот у нас с тобой, видишь, как бы палец, да, в эту сторону уходит, да. А у некоторых он не сгибается, вот так вот и, собственно говоря, да. А кто-то еще умеет вот так фалангу сгибать. А кто-то ровно. Да, но это тоже... Талантливый человечище. А я еще, когда училась в школе, никто так не умел делать. Я не знаю, умеешь ты или нет. Сейчас я попробую так разговаривать, как я разговаривала тогда. Давай. Сейчас скажу. Сейчас. Я не ожидал это услышать сейчас. Так никто не умел. Слушай, ну я так тоже не умею. Я пытался разговаривать как друг наш Дональд, но у меня не да, получалось. А я умею. Ты талантливый да. человек, Марина. Видишь, из детства талант дошел до взрослой жизни. Ну, на самом деле, это такая ерунда, друзья. Если у вас есть глобальные таланты, которые действительно да даже не глобальные. В жизни вам помогли, ну и приходило вдохновение вам, что-то какая-то гениальная мысль, звоните к нам в студию, рассказывайте, делитесь, это очень интересно. Да, вот помимо этого, что удивительно, меня заинтересовала такая вещь, что многие известные люди вообще прибегают к такому понятию, как арт-терапия. Это сейчас очень популярное распространенное понятие, когда ты можешь как-то расслабиться. Есть даже, ты знаешь, что есть разукрашки специально для взрослых, которые успокаивают нервы. Одному моему знакомому прописал да? психолог, да, и действительно он говорит, мне очень нравится, я успокаиваюсь. Вот называется это все арт-терапия. Либо с помощью танца. И вот известная личность, великий руководитель, как его называют, Черчилль, наверное, ты знаешь про него. И он, оказывается, написал 570 картин. Вот сейчас вот какие-то творения мы можем увидеть на экране. Вот посмотри, вполне себе прилично. Конечно. Человек, который руководил и армией, и страной, рисовал вот такие, находил время писать вот такие замечательные картины. У нас есть звонок, Татьяна к нам дозвонилась. Давай с ней пообщаемся, давай. Узнаем, как в ее представлении выглядит муза и вдохновение, и вообще, бывают ли в ее жизни такие понятия. Татьяна, здравствуйте. Доброе утро. Татьяна. Доброе утро. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите нам, пожалуйста, вот ваш секрет вдохновения, творчества. Вот в какие моменты к вам приходят такие порывы? У меня порывы такие с детства. Во-первых, я хочу сказать, да. что чем
чем завидовали мои однокурсники. Чем же? Я поступила в школу юных космонавтов. Школу юных космонавтов Качинцев. В городе Волгограде. Угу. Конкурс был областной, большой город Волгоград. Из всего попали 8-9 девочек. А всего было нас, мальчиков всего 32 человека. Так, ну да. А какими нужно было талантами обладать были для того, чтобы туда попасть? Во-первых, у нас было нужно было здоровье. Так. Так. Хорошее здоровье. Конкурс очень большой был, там вплоть до того, ну как? Ну как? Хорошие все, ну спортивные, здоровые, чтобы не обидеть. Даже медицинская комиссия отсеивала количество пломб в зубах. У кого меньше, такой конкурс был. То есть это по количеству пломб вы и мы вы были элитой города. Когда приезжали иностранцы, нас по связи быстренько собирали, у нас была форма, и мы представляли вот наш город. Такая маленькая мечта. Мы занимались. Маленькая мечта, да, которая, собственно, осуществилась. Мы вас поздравляем, хоть это было и давно. И отправляем вас, конечно, не в космос, но в любом случае в Киноленд тоже будет приятно. Вам пригласительный дарим. Друзья, напоминаем, телефон прямого эфира 35 16 28. Звоните к нам в студию, рассказывайте нам о своих детских талантах, о том, как вы во взрослой жизни черпаете вдохновение и где, что нужно для этого делать. В общем-то, мы лично считаем, что главным секретом вдохновения, особенно утром, это приятный, хороший завтрак. Если у вас нет возможности приготовить полноценный завтрак дома, да, ну, например, вы куда-то спешите, мы предлагаем вам альтернативу решения этой проблемы. Альтернативу решения этой проблемы «Залесский фермер», потому что это всегда и вкусно, и полезно. Ну, а пока рубрика «Кстати». Кстати, у тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа. Любопытно, японская поговорка гласит: «Хороший муж всегда здоров, и его нет дома». Факт. Человек – единственный представитель животного мира, способный рисовать прямые линии. Слушай, ну да, вот интересно, какими вообще особенностями обладают талантливые люди? Вот говорят, что они не от мира сего, какие-то странные. Вот яркий пример странности человека, да. Сальвадор Дали. Да, вот, у меня есть даже книга его дома. Какие о нем только легенды не ходили, да, и что о нем только не говорили. Но я недавно смотрела фильм, ну, документальное путешествие по центральному телевидению, как раз-таки про Испанию. И Сальвадор Дали там занимал не последнее место. И говорили о нем, что действительно он странный, но люди, которые его близко знали, говорили, что он притворялся странно. На самом деле он очень был хорошим, порядочным человеком. Но у него был свой способ, как, так сказать, черпать вдохновение и откуда. Он, если ему не приходила муза, ну, ложился спать, брал в руки тяжелый ключ, а в ноги ставил специальный такой поднос металлический. Железную миску. Да, или железную миску. Ну и, собственно, спал. И в какой-то момент, когда, видимо, засыпал уже достаточно крепко, и когда сны начинались ему сниться хорошие, иногда не очень, этот ключ падал, и, собственно, он просыпался. Сделано это для того, чтобы он смог воспроизвести то, что ему приснилось, не забыл это. Ну и, собственно, таким вот образом черпал вдохновение. На самом деле, вот эти творческие мухи может описать, наверное, любой творческий человек, которому вот нужно что-то сделать, да, оно не приходит эта мысль, идея. Мы сегодня, друзья, и с вами тоже хотели бы пообщаться на эту тему и спросить, вот какие у вас есть способы. Расскажите, поделитесь, может быть, для кого-то это станет такой палочкой-выручалочкой. Да, кстати, я знаю, что вот этот случай потом психологи описали и действительно сказали, что это очень эффективный способ погрузиться в свое сознание. Это же сколько надо свободного времени, чтобы так вот спать? Чтобы сидеть с ключом, засыпать и с миской, да, железной. Да. Я представляю, как удивится жена, если я буду, допустим, дома сидеть с ключом и с миской в руках. Да, ну что, много интересных фактов, например, в группе Beatles никто не знал нотной грамоты, но это им не помешало стать известными. То есть вот такие интересные факты тоже бывают, но не менее интересным, я думаю, нам будет узнать о погоде, потому что она нас радует сегодня таким легким, приятным морозом. -17 января в Берлине -3, малооблачно, днем небольшой снег.
В Варшаве 2 градуса мороза. Утро начнется со снегопада и переменная облачность. В Вильнюсе минус 4. Облачно, но без осадков. В Минске до 6 мороза. Пасмурно, в первой половине дня снег. В Санкт-Петербурге минус 5. Также пасмурно, вечером снегопад. В Москве минус 8. Утро малооблачно, небольшой снег. Днем и вечером пасмурно. В Калининграде 17 января переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 3 градуса со знаком минус. Ночью 6-9 мороза. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление медленно повышается. Слушай, Марина, вот ты вспомнила Сальвадора Дали, вот не менее известная такая необычная личность – это Леонардо да Винчи. Очень много там изобретений он придумал, картин написал. И одна из них, самая загадочная, наверное, это Джоконда, которую мы знаем, Мона Лиза. И что удивительно, улыбка многих удивляет. И вот какое недавно открытие сделал американский искусствовед Барковски, который по совместительству является еще и стоматологом. Он сказал, что, судя по ее улыбке, у нее нет передних зубов. То есть он долго изучал, рассматривал под микроскопом и сказал, что вот эта удивительная улыбка только потому свойственна людям, у которых нет полностью передних зубов. Это еще больше нагнетает паники и каких-то, я не знаю, мифических историй относительно этой картины. И вот что еще меня всегда интересовало, это черный квадрат. Я никогда не мог понять, что же такого необычного в этом черном квадрате. Вот посмотри на него. А оказывается, это нисколечки не квадрат, у него ни одна из сторон не параллельна другой стороне. То есть это не квадрат, и он не совсем черный, потому что это результат смешения различных красок, в составе которой нет черного цвета. Да? То есть, да, Малевич смешал какие-то виды красок, в которых не входил черный цвет. Интересно. Вот такие интересные факты. И вот как такая идея человеку пришла? Вот, а я даже позже тебе покажу картины, которые стоят более миллиона долларов, чуть позже мы об этом поговорим. Угу. Но вот они удивительные, я тебе больше скажу, что, глядя на эти картины, я понимаю, что мы тоже можем быть талантливыми, и вот их несложно нарисовать. Ну, талантливыми, да, как бы талантливых людей очень много, но из этих талантливых людей, наверное, единицы создают вот такие произведения, которые из века в век переходят, и действительно загадки, разгадки, даже все очень интересно. Да, и вот мне интересно понять причину вообще вот этого, почему картины становятся дорогими. Хотя они вообще... Почему картины становятся дорогими, это ладно. Хотя непростые, но непростые. Это ладно, почему они становятся дорогими, почему они становятся такими признанными, всемирно признанными. Мне кажется, что для того, чтобы вот это все произошло, это должен какой-то, не знаю, химический процесс произойти в мозгах людей, чтобы, да, ну квадрат, ну квадрат и квадрат. А вот почему, интересно, да, черное, я бы даже не стала бы разбираться, ну черное и черное, да, а то, что разобраться, что это смешение, или что не параллельные углы и так далее, в общем, все это очень сложно, друзья, давайте сюжет посмотрим. Ты понижаешь IQ всей улицы. А наш герой отличился совсем другим. Дело было в 60-е годы 20 века. Именно тогда гимнаст Джордж Ниссен придумал батут. В основу его изобретения легли два компонента – стальная рама и полотно, крепящиеся к раме пружинами. Стоит отметить тот факт, что на этот момент гению было всего 16 лет. Если человек полон гениальных идей, он не только не может быть мною оценен, но принят, может быть, за преступника и безумного. За безумную внучку Клео МакВикер никто не принял. Но она в очередной раз доказала, что все гениальное просто. Для этого она всего лишь убрала из дедушкиного изобретения один компонент. В итоге средство для чистки обоев от угольной пыли превратилось в пластилин. Совершенство – это полное удовлетворение, то есть состояние святых. Или идиотов. Но почему цитаты о гениях завершаются тем, что их умственные способности ставятся под сомнение? Приведем еще один пример детской смекалки. Американская школьница Мэлори Кьювмен в возрасте 13 лет придумала таблетки от икоты. Проблему, которая периодически изводит каждого человека, девчушка решила при помощи двух ингредиентов – сахара и яблочного уксуса. Так и получились леденцы от икоты. Вот мы, взрослые, можем сколько угодно ломать копья, если женская логика или нет. Но теперь мы точно знаем, детская логика и сообразительность есть, да еще какая. –
поболтали. Да, у нас тут целая полемика развернулась, друзья. Вот я, честно говоря, вчера, готовясь к эфиру, просматривал многие картины, такие странные весьма, и не мог понять, почему же они становятся такими признанными, известными и, что немаловажно, дорогими. И вот тут мне уже Сергей, наш оператор, начинает рассказывать, что искусство бывает разным. И вот я вам предлагаю посмотреть на картины, которые стоят за 1 миллион долларов, они стоят больше гораздо, и вот просто посмотреть на вот это произведение искусства. Вот, пожалуйста, вот что это такое? Вот это называется картина «Зеленая на белом». Вот просто неровный квадрат, он стоит больше миллиона. Вот, Марина, прямоугольный квадрат. Ой, господи, что я уже говорю. Вот это вот, посмотри. Картина стоит 9 миллионов долларов. Что это такое? Вот это тот же автор, он очень известен, кстати, в США. Да? Да, сайт. Похоже на письмо Вомбли. Ребенка Деду Морозу. Мы да, вот это, картина, Марин, если что, вот это высокое искусство. Вот, пожалуйста. Ну, вот ты, это я вот понимаю, да. Ты, о чем эта картина? Вот, ты знаешь? Не знаю, мне показался человек. Человек там есть, да. Вот это, пожалуйста, вот прекрасная тоже картина. Мне нравится. Одна из самых, кстати, дорогих, она стоит порядка 140 миллионов долларов. А до этого, вот, которая тебе человечка, ты увидела, это Пабло Пикассо, и это картина о трудностях гражданской войны. Вот ты увидела в этой картине? Интересно, интересно. Ладно. Вот я не умею их читать. Отвлечемся. Да, подожди, давай отвлечемся. Сейчас, друзья, у нас будет розыгрыш «Детский лепец». Сейчас на ваших экранах появятся детки. Вам нужно будет внимательно их выслушать, догадаться, о ком или о чем они будут говорить. Это может быть человек, предмет, все что угодно. Звоните к нам в студию, телефон 35 16 28. Да. И, собственно, озвучить тот вариант ответа, который вы как бы считаете будет верным. Что дает этот пригласительный? Детская развлекательная комната «Мультиленд» — это почти 200 квадратных метров развлечений. Там есть и батуты, два, по-моему. Там есть детские игровые площадки на свежем воздухе в том числе. Сейчас не холодно, можно снеговика запросто слепить. Поэтому есть за что побороться. Друзья, все внимание на экран. Семейно-досуговый центр «Киноленд» – это три кинозала, работающих в формате 2D и 3D, кинобар, пиццерия «Марио Пицца», зона игровых автоматов и детская игровая площадка. Здесь детвора весело сможет провести время, пока родители смотрят кино. Игры, аттракционы, внимательные аниматоры – все это в «Киноленде» на улице Киевской. Приходите, у нас всегда весело и все по-настоящему. Такие люди, которые обладают магией. И про них еще передача есть. Это которые люди владеют гипнозом. И я смотрю в выходные такую передачу. Они ведут исследования, и они могут все разгадать. Например, вот я смотрела, как там спрятали вещи и должны были найти их. Это те люди, которые могут угадать все закрытыми глазами, не глядя. Они люди со сверхспособностями. Когда какой-нибудь человек потерялся, эти люди знают, где его искать. Ну что же, есть у нас звонок. Ольга к нам дозвонилась. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Ольга, как вы считаете, о ком или о чем говорили детки на экране? Мой ребенок не смотрит, смотрит муж. Это экстрасенсы. Битва экстрасенсов. Экстрасенсы. Экстрасенсы, да, правильно. Поздравляю вас. Очень популярное слово сегодня. Гениально. Слушайте, так вот быстро и так с легкостью. Мы вас поздравляем. А все потому, что муж помогал. Ольга, скажите, пожалуйста, а вдохновение к вам приходит? У вас вообще творческая профессия? Профессия не творческая, но бывает. Раньше, во всяком случае, было. Ну вот в какие моменты это происходит? Вот вспомните самое яркое такое. Ой, сложно сказать. Ну, может, иногда стихи писали в детстве? Иногда музыка. Угу. Сочиняете или поете? Я подпеваю, а так сочиняла. Ну, всем подпеваем. Спасибо вам большое, спасибо за звонок. Мы вас еще раз поздравляем, пригласительный «Мультиленд» вам дарим. И, собственно, продолжаем беседовать нашу сегодняшнюю тему «Вдохновение, творчество». Я решила поискать вообще определение, да, вдохновение, что это такое. И, собственно, ну, всем известный сайт, который первый у нас попадает в интернете при поиске, определяет, собственно, вдохновение как состояние наивысшего подъема, когда
познавательные и эмоциональные сферы человека соединены и направлены на решение той или иной творческой задачи. Ну, собственно, словами это сложно, да, описать, да, и сложно воспринять. А вот на действии, как это происходит, мне кажется, многим из нас знакомы. Есть даже, собственно, такие секреты, как добиться того, чтобы к вам вдохновение как можно чаще приходило и, собственно, муза посещала. Вот, кстати, мне кажется, это самая главная проблема у творческих людей, потому что поймать эту самую музу, поймать вдохновение, это очень сложно. Я вот недавно слушал, наверное, знаешь, такую певицу Диана Арбенина, которая выпустила последний альбом и говорит: я думала, что я больше писать не смогу, потому что я очень сил много вложила в этот альбом. Но, говорит, случилось чудо, и муза опять пришла. И вот как вот такое абстрактное понятие, очень обтекаемое. А с другой стороны, даже немного страшно, потому что, а вдруг больше не придет муза? Вот, вот. И что делать? Где искать? И представляешь, как творческому человеку, да, вот он исчерпал себя, и что потом делать? Все, творческий кризис. Получается, на этом карьера закончена? Да, и получается, вот у человека творчество, жизнь-то вот такой получается, синусоиды, понимаешь, что у него приходит вдохновение, он такой подъем чувствует, а бывает, что спад и какой-то творческий кризис, такое тоже бывает. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, друзья, после этого вернемся в студию «Будильник Шоу», ну а вы пока звоните к нам по телефону 35 16 28, мы ждем ваших звонков.
Ну что ж, а мы продолжаем наш сегодняшний утренний эфир. Будильник шоу в эфире. Сегодня вторник, 17 января. И говорим мы сегодня про тему творчества и вдохновения. Такая тема сегодня очень популярная. Все больше и больше творческих профессий, творческих людей появляется. Фотографы, дизайнеры. Ну да, раньше надо было идти учиться на инженера, да? Да. И только эти профессии признавались. А сейчас можно выучиться на инженера, но стать фотографом, например. Да. Очень интересно, мне понравилась статья. Вообще, ну, разносторонности, да, человеческого мозга, и в том числе там говорилось о том, как вдохновение привлечь. Да. Вот, например, особенность такая. Уставшая нервная система при работе над каким-то творческим проектом дает больше результата, больше творческих идей, нежели, например, если ты утром, да, на свежую голову просыпаешься и пытаешься что-то придумать. Я, например, вы когда едете в машине или вечером в автобусе уже домой, как-то вот бах, и гениальная идея решения проблемы, которую вы не могли решить целый день, приходит, да. То есть, когда вы устали, когда уже мозг не может искать такие вот тяжелые пути решения, что-то вот легкое, бац, и приходит. А знаешь почему? Потому что у нас вечером работает творческое полушарие, левое или правое, не помню какое, по-моему, левое у нас отвечает за творчество. Согласна, но смотри, такие особенности еще. Вот те люди, которые просыпаются рано утром, говорят, что им вообще вот самое сложное, да, решение задач нужно делать именно в первой половине дня. Да, вот я к этим людям отношусь. Те, кто просыпается уже больше к обеду, да, кто ложится поздно, собственно, им нужно вечером, уже когда темнеет, принимать какие-то решения и какие-то задачи, так сказать, на свою голову брать. Но на самом деле, говорят, что любой человек, без разницы, во сколько он просыпается, и когда он приступает к активной рабочей деятельности, ему нужно на ночь глядя принимать, и приходят ему именно творческие такие вот моменты, идеи именно на ночь глядя. Ну вот слушай, я буду, наверное, подтверждением твоих слов, потому что я сейчас читаю книгу, такую очень сложную к прочтению, она касается теории относительности Эйнштейна, где нужно такое воображение, нужно понимать, что такое время и пространство. Я ее утром читать просто не могу. Информация вот, ну, не как-то не усваивается. А вечером у меня как-то включается воображение, начинаю понимать, что-то соображать, докручивать и так далее. Действительно такое есть. Но знаешь, вот что действительно нужно любому человеку делать утром обязательно? Это зарядку. Друзья, тело в дело. Нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная в платье от магазина Юнона. Юнона, ты всегда разная. Театральная 40 и Житомирская 16. Всем привет, дорогие друзья! Следующий комплекс у нас разработан для тех, кто часто путешествует самолетом. Возможно, пилоты, бортпроводницы, ну и просто те, кто ездит часто в командировки. Итак, представьте, что вы сидите в самолете. Первое упражнение – это скручивание. Делайте их, пожалуйста, плавно, не нужно выполнять резкие движения. Следите за дыханием и за подтянутыми мышцами живота. На выдохе мы скручиваемся вправо, на вдохе возвращаемся, на выдохе влево. Что нужно сделать в исходном положении? В исходном положении постарайтесь потянуться локтями назад, макушкой вытягиваясь вперед вдоль всего позвоночника по оси вверх. Это тоже необходимо при скручивании продолжать вытяжение. На вдохе и на выдохе. Первое приятное упражнение мы заканчиваем, переходим ко второму. Второе, не менее приятное, это боковые наклоны. Постарайтесь, чтобы седалищные кости плотно прилегали к сиденью, то есть вы продолжаете сидеть, вытягиваетесь за рукой вверх и на выдохе от тазовой кости, что немаловажно, от тазовой кости мы тянемся в бок. Постарайтесь не закрываться предплечьем, то есть так, чтобы вы могли увидеть потолок. На вдохе мы возвращаемся, на выдохе противоположная сторона. На каждое упражнение желательно отвести не менее 10 повторений для того, чтобы почувствовать эффект. Со вторым упражнением мы заканчиваем. Спасибо, Дмитрий. Третье. Это растяжка передней поверхности бедра. Вам немножечко придется сместиться на сиденье, подтянуть к себе стопу одноименной рукой и вытянуться к соседнему пассажиру на выдохе. Поменяйте стороны. Также вдох и меняем на выдохе. Старайтесь приближать стопу к ягодице. Не забывайте, что мышцы брюшного пресса подтянуты в течение выполнения каждого упражнения. На этом у нас все. Хорошего полета!
Между прочим, ты, наверное, не знаешь, а я знаю. Так. 17 января, день творчества и вдохновения, но еще в этот день родился Станиславский, это от которому принадлежит знаменитая фраза «Не верю, не верю». Да, а еще Бенджамин Франклин появился в этот же день. И об этом мы, кстати, чуть позже будем говорить. Но помимо этого, я думаю, сегодня многие отмечают свой день рождения. Мы, естественно, их поздравляем. А и сейчас вам расскажем еще о тех людях, которых вы, я уверен, знаете в лицо. А первый наш гость, не гость, а того, кого мы представим, Дмитрий Фомин. Российский певец, автор песен, режиссер, телеведущий, продюсер. Видишь, пять в одном. 98-2008 год, солист музыкальной группы, популярнейший хай-фай. Учился он на медика, что интересно, но, будучи еще студентом, уехал на год в Америку. Там он познакомился с музыкальным театром и увлекся очень сильно музыкой. И приехав сюда, уже закончил университет, поступил и в ВГИК, прошел и в ВГИК, и в ГИТИС, где, между прочим, конкурс был 70 человек на одно место. Также сегодня день рождения отмечает Джим Керри, известный канадский, американский комик, сценарист, продюсер, наиболее, конечно, знаменитый по фильму «Маска». Тоже тяжелое детство было у человека, пробивался он с самых низов, приходилось ему много очень работать в детстве, и, что удивительно, приходилось им жить даже в автофургоне Volkswagen. Но, тем не менее, вот стал очень знаменитым пародистом, комиком. Ну да, творческие профессии тоже очень сложные, и сложный, тяжелый путь идет к совершенству этой профессии. Друзья, ну а еще, что очень важно, многие из нас, ну, собственно, мы с тобой, естественно, верим в астропрогнозы. Да, да. Потому что хочется верить во что-то волшебное, во что-то такое непознанное. И, собственно, давайте к астропрогнозу сейчас и обратимся. На весь январь магазин на Гвардейском 15 продлевает акцию. Весь январь вся испанская плитка с новогодними скидками. Подробности в магазине в Калининграде на Гвардейском 15. Скидка на плитку. За проделанную работу Овен получит крупную премию и похвалу от начальства. Гороскоп советует Тельцу решить вопросы, которые касаются недвижимости, переезда и капитального ремонта. Близнецам нужно быть крайне осторожными на дороге. День травмоопасный, поэтому не исключены ушибы и переломы. Гороскоп предсказывает Раку перспективы в работе, новые предложения и важные встречи. Лев будет откровенно скучать на работе. Вы все сделаете в срок и будете ждать новых заданий. Если есть шанс найти дополнительный заработок, то Деве нужно обязательно его использовать. Весы, аккуратнее заполняйте документы, а в любви чаще обращайтесь к интуиции. Скорпиона будет сложно отвлечь от работы, учебы и сбора информации. Стрельцу нужно держать в строгом секрете все то, что поведал друг. Утечка информации может негативно отразиться на ваших отношениях. Гороскоп предсказывает Козерогам больших успехов в деятельности, которой они занимаются многие годы. Водолея пригласят на какое-то важное мероприятие, поэтому отказываться не стоит. От него зависит ваша будущая карьера. Рыбы – отличное время для налаживания зарубежных контактов, командировок и совещаний. Еще один очень интересный путь к креативности. В Нидерландах очень известный университет, собственно, провел исследование и выяснили, что целевые группы, да, которые, собственно, медитировали, и которые нет. И выяснилось, что те люди, которые медитировали, у них есть определенные способности креативно и очень быстро мыслить. Те люди, которые не медитировали, ну, они спокойно, стандартно, собственно, как к ним приходили гениальные идеи, если они приходили, то они так и были. Да, но, кстати, эта тема поддерживается в крупнейших компаниях, таких как Google и Apple, у них есть комната для медитирования, где они обязаны 30 минут в день медитировать. Да, и еще эти комнаты сделаны специально для того, точнее, почему они сделаны. Потому что в Америке проходили, опять же, исследования, и выяснилось, что отвлечение, как способ притягивания вдохновения и музы, тоже очень действенно. Потому что, когда, например, человек творческой профессии, ну, например, который рисует, да, занимается чем-то абсолютно не связанным со своей основной деятельностью, прыгает с парашюта, там, я не знаю, какие-то экстремальные видом спорта занимается. Ему в этот момент, когда он прыгает с парашюта, приходит гениальная мысль, озарение, что и как можно, да, нарисовать или какая-то рекламная, может быть, компания. Ну, все что угодно, все, что связано с креативностью. То есть отвлечение тоже полезно. Да. И вот эти вот комнаты, они и для медитации, и, собственно, игровые комнаты. Там дяденьки с тетеньками взрослые рисуют, играют. Играют. Да, да, да. Угу. Слушай, ну, мне кажется, вот человек, который много медитировал в своей жизни, и это подтверждает его творчество, это уже говорили мы сегодня, упоминали, это Пабло Пикассо. А вот сейчас можем
увидеть пару его творений, вот то, что он писал. Вот посмотри, Марин, вот глядя на эти картины, я понимаю, что у нас есть с тобой тоже шанс преуспеть. А почему ты меня приписываешь сюда сразу же? Ну, посмотри, какая красота. Я здесь вижу только тебя. Но я такие картины могу писать. Вот я раньше думал, что я очень плохо рисую, но глядя на работы Пабло Пикассо, я понимаю, что нет, и у меня может получиться. Но, тем не менее, Пабло Пикассо самый дорогой художник, считается, в мире. Стоимость всех его работ оценивается более чем в 300 миллионов долларов. И его картины чаще всего похищают. Вот да? Такой интересный факт. Но, кстати, многие говорят, что Пабло Пикассо писал многие картины уже по накатанной. Он поймал вот этот тренд вот таких вот несуразных картин. Кубизм, сюрреализм и так далее. Вот такое что-то непонятное. И писал уже их специально. Причем у него есть даже там золотое его изречение. Он говорил, что чем хуже я пишу картины, тем больше мне за них дают денег. Интересно. Вот, да, вот иногда видишь, секрет успеха оказывается на поверхности, вот наверху. Ну, а сейчас рубрика «Кстати». Кстати, согласно опросам, люди чаще поют в автомобиле, чем в ванной. Любопытно. Каждый третий взрослый житель Земли испытывает трудности с определением, где лево, а где право. Факт. 95% людей сначала одевают левый носок, потом правый. Слушай, ну вот есть какие-то черты такие общие, которые свойственны всем творческим людям. Я вчера пытался вот их как-то немного отделить, чтобы мы могли понимать, о ком мы вообще в общем говорим. И вот оказывается... Портрет, я не знаю, да? Да, портрет. Они очень хорошие наблюдатели, то есть подмечают какие-то мелочи. Вот бывает, с творческим человеком общаешься, он тебе вот что-то говорит, там, у тебя, я не знаю, красивые брови. Вот никто там не обращал внимания, допустим, а он такой подмечает мелочи, наблюдательный. Дальше у них не существует распорядка дня. Вот я, наверное, с этим соглашусь. Ой, вот это мне... Больше всего. Да, и вот в общем, творческие люди, как правило, они просыпаются поздно, ложатся тоже поздно, то есть работают вечером, как и ты говорила из этой статьи, где творческое полушарие работает именно вечером. Вот какие-то такие вот черты общие, которые объединяют всех творческих людей. Ну, на самом деле, быть творческим человеком, безусловно, хорошо, но есть обычные люди, которые тоже отличаются своими успехами, да, в обычной жизни, в работе. Люди как люди. Нежная и яркая, элегантная и эффектная, обворожительная и сексуальная в платье от магазина «Юнона». «Юнона» — ты всегда разная. Театральная 40 и Житомирская 16. За то время, что съемочная группа работала в офисе фонда «Верю в чудо», она, кажется, переделала столько дел, что обычному человеку и за неделю не успеть. Хотя она, София Лагутинская, уверяет: «Обычная я». А все на самом деле очень просто. Я обычный человек, житель Калининградской области, воспитывалась и проживала в многодетной семье. В семье Лагутинских четверо детей. София четвертый, младший ребенок. Ребенок, выросший в любви и каком-то, если не понимании, то так точно ощущении. Нежность и забота может этот мир изменить. Ну и начала менять. Отвлеченная помощь детским домам, когда большой компанией отправляешь тем, кому очень надо, игрушки, вещи и чувствуешь, что делаешь что-то важное, закончилась как-то внезапно и очень неожиданно. Когда одна из нянечек, замечательный человек, она сказала, что друзья, вы такие активные, молодые, целеустремленные, ну просто вот знаете, что не все то, что вы приносите, доходит до детей. Уже тогда 17-летняя девушка твердо решит для себя: счастье – это труд. И начала трудиться. За 9 лет, что существует фонд «Верю в чудо», она сотни раз чувствовала, что трудиться больше не может. Но со спокойствием и непонятно откуда взявшейся зрелой мудростью шла дальше. По сути, можно уходить после каждого события. После того, как перед тобой закрыл очередной чиновник дверь или сказал, что не нужно то, чем мы занимаемся. Или родитель выплеснул свои какие-то негативные эмоции просто потому, что нужно на кого-то это выплеснуть. Или потому что ребенок там, который 100 дней лежит прикованный к капельнице, да, не хочет ни с кем разговаривать, он на тебя это выплеснул. Разные истории абсолютно бывают. Важно быть стойким в этом вопросе, потому что уйти можно, правда, после любого события. И когда санитарка скажет, что вы пришли не вовремя проводить творческие занятия. А они так любят это говорить? Любят. И так неэлегантно они это говорят. Да, есть такое, ну ничего.
За время нашего интервью, между телефонными звонками, визитами тех, кому понадобилась помощь и совет, мы все пытались выяснить, какая она, София Лагутинская, ее мечты, планы. Но пару дежурных фраз из вежливости, и она опять говорила о детях, что ждут помощи в больницах, и о депутатах горсовета. И даже то самое чудо, в которое она так верит, тоже оказалось обыкновенным. Вот, а здесь зимний сад красивый. И можно будет, естественно, по безбарьерной среде сюда вот так выпятиться на колясочке, либо на кровати своей. И, в общем-то, здесь побродить. Будет безбарьерная среда, красивая детская площадка. Это София про строительство детского хосписа, в необходимости которого фонд «Верю в чудо» убеждал правительство несколько лет. Сегодня этот проект носит волшебное название «Дом Фруппола». Сказочный мир для тех, кому сказка очень нужна. Вообще в уютном офисе «Верю в чудовцев» волшебного много. Вот, к примеру, прямо посередине растет дерево исполнения желаний. Кто-то из детей ставит цель: хочу быть архитектором, хочу быть врачом, хочу научиться правильно понимать человека. То есть это цели, которые дети, опять же повторюсь, пережившие онкологические заболевания, дети возраста от 12 до 16 лет именно на этой группе были, это их дерево, они ставили себе на реабилитационную программу. Да и наличие этого офиса с видом на храм, что для Софии важно, тоже ведь волшебство. Его предоставляют фонду в аренду безвозмездно, то есть даром. Только бы получили и дождались помощи те, кому она необходима. А вообще, это ведь не единственное место работы Софии. В отрыве от волонтерства она серьезный человек, пиарщик в мебельной фабрике. А еще есть семья, которая ждет, но все понимает. Такой у нее выбор. Если бы они просили меня выключиться, я бы навряд ли могла опереться на такую семью. Поэтому они понимают, что жизнь вот моя такая, и я очень рада, что семья включается, семья является поддержкой во многих вопросах. У меня родители свои пенсии каждый месяц делают отчисления, покупают им подарочки и так далее. Поэтому все как-то участвуют. Брат у меня, супруга приезжает из Москвы на как раз реабилитационные программы проводить в качестве волонтеров, поэтому как-то семья или вынуждена, или сама желает включиться, мне сложно за них сказать. Но за семью можем сказать мы. Родная сестра Ева работает в фонде с первого дня основания. Давать интервью она отказалась, заскромничала. Но за кадром призналась, что их мама очень переживает, что пока ее маленький герой София спасает мир, она очень мало ест и спит. За прошлый год адресную помощь от фонда получили 126 детей. Другими словами, 126 детей получили возможность говорить о себе в настоящем времени и даже строить планы. И кажется, пока такая возможность есть, сон будет заботить сотрудников фонда в последнюю очередь. Лет через 30 София видит себя многодетной мамой, и все ее дети будут волонтерами. И будут также верить в чудо, пусть даже и обыкновенное. Друзья, мы возвращаемся в студию «Будильник Шоу», и сегодня решили наших гостей пригласить к нам в студию, которые так или иначе связаны с творчеством и вдохновением. Ну и как мы начали наш эфир, творчество и вдохновение с детства, да? Да. Собственно, да. Куда нас отправляют родители, в какие секции, чем мы занимаемся. В гостях у нас сегодня Аня Шабалина, ученица детской художественной школы города Калининграда, пришла она к нам вместе со своей мамой Еленой Сергеевной. Доброе утро. Доброе утро. Вы пришли не одни, вы взяли с собой, так сказать, все картины, которые есть и которые уже как бы на выставках побывали, да, их фотографии. У меня уже есть любимая появилась. Уже мы выбрали за кадром свои любимые и так далее. Но все равно хочется спросить, Аня, расскажи, пожалуйста, почему ты захотела или тебя мама все-таки направила в художественную школу? Ну, сначала я любила рисовать с раннего детства. Потом, когда мы собирались в садик, я утром рисовала, и меня мама отдала в 5 лет в студию рисования. То есть у нас не одна, даже мы поменяли несколько, то есть у нас этапно так было, то есть 5 лет. То есть вы просто, наблюдая за ребенком, увидели, что ему это нравится? Да, да, то есть мы вот пока мы собираемся, в детский сад готовимся, она уже покушала, она уже рисует, сидит, все. То есть у нас по утрам было так.
Да, что... Но всегда приятно, когда вот не просто рисуешь для себя, да, а когда кто-то говорит, что, например, Аня, да, там, ты лучшая вот из всех ребят, или твоя работа заняла там какое-то место. Вот расскажи, в каких выставках, какие для тебя выставки или конкурсы были самые такие запоминающиеся. А я пока буду, кстати, показывать. Вот особенность, да, когда работа отправляется на выставку, она уже не возвращается, собственно, поэтому мы показываем, да, это фото. Да. Фото это, благо, фото. Сейчас есть возможность оставить на память себе, потому что все-таки да, на выставку, которая уходит, работа, она не возвращается. Ну вот самые такие запоминающиеся выставки или конкурсы. Ну, недавно был конкурс «Приморские рыбки». Он проходил в Приморске здесь, в Калининградской области. Мы туда ездили, было награждение, и мне очень там понравилось. Там сколько был... у тебя картин было там выставлено? Нет, там был онлайн. Я, можно, буду добавлять, да, потому что как бы все равно это... там был онлайн-конкурс, то есть надо было по определенное время нарисовать рисунок, и, соответственно, уже из всех окружающих выбирались там первое, второе, третье, номинации какие-то. Какое место заняла там Аня? Второе. Второе. Почетное второе место уже, хорошо. Молодец, большая. То есть это намного сложнее, чем вот, да, рисуешь, там подрисовал, здесь. То есть на определенное время это там уже не дорисовать, не подсказать ничего. Детки. Но учеба в художественной школе, вообще посещение студии, это в любом случае задание, да, от преподавателя, и ты должна это задание выполнить. Это время определенное. А вот вдохновение. Бывает такое, что, ну, не получается, ну, не можешь, вот не чувствуешь, или как-то вдохновение есть у тебя? Бывает? Ну, всегда вдохновение разное. Это во многом зависит от погоды, ну, где ты сейчас находишься, что тебя окружает. Вот увидел один этюд, и захотелось тебе его зарисовать. То есть это вот как-то стихийно, да? У тебя нет какого-то плана, я не знаю, структуры. То есть вот захотелось эмоциональное какое-то состояние, да, написать что-то. А бывает такое, что вот целую неделю вот не хочется вообще ничего? Вот прям кисть в руку брать неохота? Такого не бывает, то есть все постоянно, да? Елена, скажите, а вот все-таки, когда творческий ребенок в доме, это дает какой-то отпечаток вот на бытовую жизнь? Ну, например, что когда она рисует, творит, нужно все-таки потише, да, не мешать. Я, например, участвую. Ага, то есть мы иногда можем вот садимся, в интернете мастер-класс открываем, и чтобы было, ну, как сказать... поддержка какая-то, да, вот мы садимся вместе, рисуем иногда, да, то есть бывает такое, у нас папа рисует для себя, правда, нет, ну как, для себя, чисто для себя, то есть как бы в этом плане поддержка, конечно, нужна, даже не столько тишина, сколько вот настрой, то есть правильно настроить, потому что все дети и всем, конечно, хочется и погулять, и поиграть, и все. Конечно, на это время вообще очень мало остается. Вот, кстати, об этом. Остается ли время вообще на учебу в школе? Потому что я знаю, что многие, кто занимается спортом либо творчеством, очень часто, очень много забирает время как раз вот этот вид деятельности. Ну, на самом деле, если правильно организовать время свое, да, изначально это надо как бы с детства этим заниматься, то, допустим, в нашем случае мы занимались и хореографией, и кёрлингом мы занимались, ничего то себе. Есть параллельно, да. Да, и принесли вот целая папка, посмотрите, да, да, у Анечки здесь и грамоты, и дипломы, и все на свете, целая папка. Шестой класс, да, если не ошибаюсь? Шестой класс, а здесь уже, посмотрите, полная папка, я не знаю, тут уже на год вперед. У меня был один диплом в девятом классе, представляешь? Это то, что касается художественной, да? Нет, художественная у нас отдельная папочка. Это отдельно все. Смотри, здесь и вокально-хореографические соревнования. Хорошо, а вот в школе, именно вот в учебе, да? И в учебе, там и в учебе есть. Нет, там и в учебе. Не мешает? Нет, нет, то есть у нас дипломы есть. А можно похвастаться успехами в художественной школе и на учебе? Да, ну вот в прошлом году мы стали ученик года. Ничего себе. Да, в лицее номер 17. В принципе, был такой конкурс достаточно интересный. И с 5 по 8 класс детки там участвовали. Угу. И вот мы, в принципе, удостоились такого звания. Ань, ну честно скажи, устаешь, тяжело это? Да. Устаешь? Ну, не хочется все бросить и сказать, ай, пойду гулять. Нет. Куда-нибудь на детскую площадку. Нет. Аня, скажи, а вот есть что-то самое любимое? Есть какая-то вот здесь присутствующая самая любимая картина? И что больше нравится рисовать? Ну вот это, самая, да, любимая картина. Да, а почему именно что она? За техника, вот интересно. Это графика, и тут еще присутствует гуашь. Угу. Мне она нравится, потому что эта работа очень кропотливая, здесь очень много мелких деталей, замысел, ну... Сколько по времени занимает, вот, например, такую картину сделать? Ну, я рисовала ее
где-то 4 или 5 уроков в художественной школе. Угу. Ну, они... Это где-то 5-6 часов, да? Больше. Ой, один урок, 2-10, 2. Да вы что? Да. Господи, бедные дети. Ну вот как ты думаешь, вот давай попробуем расшифровать, что здесь изображено. Слушай, ну я вижу девочку, так. И у нее много-много каких-то, я, видимо, фантазий. Мне кажется, сны. Да? Сновидения. Да. Вот, сны. Ну ты видишь, ты творческая личность. Я же говорю, мне вот, видишь, вот здесь я. Любимая картинка, что здесь солнышко, да, и дерево. Да. Здесь я все читаю, я вижу, мужчины. Да, и трава. Вот видишь, все, прочитал картину. Угу. Аня, скажи, пожалуйста, ну вот, а есть люди, которые тебе помогают, которым, может быть, вот сейчас есть замечательная возможность сказать им спасибо за то, что они тебе помогают? Да, мои родители, семья, они мне помогают во всем, они дают мне надежду. Разумеется, в художественной школе мой преподаватель Наталья Юрьевна, она мне очень помогает. Ну, мы вместе ищем конкурсы, я рисую работы, она предлагает свои идеи. Угу. Ну, сложная вот профессия это, как ты считаешь? Ты бы вот могла связать с ней свою жизнь? Ну, кем ты вообще хочешь стать, скажем? Я хочу стать учителем начальных классов. Вот это здорово, мне кажется, это призвание. Вот как и врачи, и учителя, это призвание. Почему? Ну, потому что я очень люблю работать с детьми. У меня хорошие успехи в школе. Это когда ты успела с детьми уже поработать? У нас были такие дополнительные как занятия, когда мы приходили к начальным классам и проводили уроки, какие-нибудь игры. Угу. Тебе понравилось? Даже да. Квесты вот для младших классов, да, у них была вот такая интересная игра, квесты они проводили. Да. Прелесть какая. Елена, а можно вам вопрос? А вот скажите, ребенок хочет стать учителем начальных классов, а вот сейчас модно же на юристов учиться, не знаю, экономистов или, и так далее. Вот вы не против вообще? Нет у вас идеи? Ну, вообще я не против. Я сама мечтала в детстве, ну, как в детстве относительно в школе тоже стать учителем. Ну, не всегда у нас, конечно, совпадает то, что мы желаем. Вот. На данный момент у меня наоборот, допустим, я пытаюсь объяснить, что, во-первых, сейчас, конечно, время совершенно другое. То есть как относились к учителям и все, излишняя забота периодически, да, родителей. Угу. Где-то это хорошо, где-то, может быть, это слишком. То есть это все, конечно, выливается на бедных наших учителей. Вот, поэтому я стала, конечно, вот да, буквально недавно Анюту говорю, вот, Анечка, подумай. Она говорит, мама, ну что ты меня отговариваешь? Не надо меня отговаривать. То есть с моей решение стороны... Решение взрослого человека да, было принято. Да, то есть я ей так и сказала, что с моей стороны тебе озвучить положительные все стороны, отрицательные, а выбирать все равно, конечно... Ей. Можно еще, да? Что во всяком случае в данной профессии это не помешает нисколько, конечно, правильно? Конечно. Ань, последний вопрос. Скажи, пожалуйста, вот есть какая-то цель, какая-то выставка, какой-то конкурс, в котором вот ты бы вот действительно хотела принять участие на будущее? Ну, я, разумеется, хочу еще во многих конкурсах принять участие. Также мы подали заявку в лагерь Сириус, он специально для тех, кто рисует, в Сочи находится. Классно, я была в Сочи, да. Я всем рассказываю, что там было, мне понравилось. Марина любит все, что связано с Сочи, так что рассказывай. Сочи, хорошо. Но мы тебе желаем удачи, я надеюсь, что твоя мечта сбудется, как, собственно, связанная с рисованием, так, собственно, связанная с твоей профессией. Ну и, конечно же, вдохновение – это то, что, наверное, то, что является двигателем в этой профессии и действительно очень важным таким фактором. Друзья, ну а я напомню, спасибо у нас большое. Сегодня в гостях была ученица Ленинградской художественной школы, детской художественной школы Аня Шабалина, и со своей мамой она была, с Еленой Сергеевной. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачного дня. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после которой вернемся к нам в студию и, собственно, продолжим говорить на нашу сегодняшнюю тему и перейдем, наконец-таки, к детям-изобретателям.
Ну что ж, как ты и сказала, пришло время поговорить еще об одном событии, которое произошло 17 ноября. В этот день появился Бенджамин Франклин, и вот, который в 12 лет сделал свое первое открытие, свое изобретение, будучи ребенком. Да, сегодня, помимо Дня творчества и вдохновения, День детей-изобретателей. И поэтому у нас в студии, во-первых, появилось изобретение, которое сделано детскими руками в том числе. Да, наш соотечественник, между прочим. Да, ну, собственно, люди, которые... сие сотворили. Да, но об этом мы поговорим чуть позже, когда посмотрим небольшое видео представление. Меня зовут Флинт Локвуд, и я всю жизнь мечтал изобрести что-то потрясающее. Средство от облысения! Летающая машина! Это машина времени, представляешь? Ух ты! Ну, посмотрели, пошли обратно. Нет? Герман, Пенни, почему вы одеты, как древние греки? Я потерял ее в древнем Египте. Я обручилась с Тутанхамоном. И топливо кончилось. Втрое. Ты взял машину? Да, она очень хотела. Так, отойдите чуть назад. Его разработки – убийственная вещь. Я серьезно, лучше чуток отодвинуться. Вас не подводила память? Бывало так, что вы не могли вспомнить что-то важное? Где они, наши утраченные воспоминания? Моя гипотеза в том, что они записаны где-то в мозгу. Это устройство для их считывания. Вот он, мой сканер памяти. Посмотрите, какая у нас красотища здесь появилась. Сейчас мы вам представим сначала людей, которые имеют непосредственное отношение к этому изобретению. У нас сегодня в гостях Вячеслав Власов, победитель в конкурсе «Юный техник» в номинации «Лучший проект по техническому творчеству на уровне учреждения». И Николай Петрович Козлов, собственно говоря, руководитель проекта. Ребят, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что пришли к нам. Слав, расскажи, пожалуйста, что это за самолет? Ну, это модель самолета Су-34, новейшего российского истребителя-бомбардировщика, способного на равных вести воздушный бой с истребителями более мощного класса. Вот вы когда, ну, я так понимаю, выбирали, да, модель, что будете делать? Почему именно пал выбор на эту модель? Ну, потому что этот самолет только начинает поставляться в войска и заменяет легендарный самолет Су-24. Слушай, ну ты прям знаток, ты прям знаешь, да, ты разбираешься очень хорошо в самолетах, да, в авиаинженерии. Да. А откуда такое увлечение у тебя появилось? Может, отец военный? У меня по отцовской линии все родители военные. В частности, отец и дедушка, они вертолетчики. А, то есть, ну, я так понимаю, вопрос о том, кем ты будешь в будущем, он уже отпадает, да? Да, его уже решили, да? То есть ты будешь заниматься, вот пойдешь дальше, да, по стопам продолжать делать. Николай Петрович, скажите, а вы давно занимаетесь проектированием? Проектированием я занимаюсь с детского возраста, вот только как Слава Власов. Вообще, я по жизни офицер запаса, в военно-воздушных силах отслужил 28 лет, вот, ушел на пенсию, и вот сейчас занимаюсь с ребятами, преподаю авиамодельное отделение на ДЮС молодежный. Ну а почему вот именно такое направление? Можно было бы заняться практически всем чем угодно, да? Почему именно вот самолеты, проектирование? Все-таки это такая больше детское такое вот увлечение. А вы знаете, почему так произошло? У меня в детстве так сложилось. Помню, отец у меня занимался в институте, вот, и он меня привел в авиамодельный кружок. Угу. Вот я увлекся этим занятием, и по жизни с детского возраста я занимаюсь авиамодельным спортом. Ну, а вот у вас самое такое, самое яркое, с чем гордитесь вот за всю жизнь изобретения? За жизнь изобретения самое яркое – это международный авиакосмический салон «МАКС-15», который приходил в 2015 году. В этом рамком салоне приходил международный конкурс «Детей от винта». Вот. На этом конкурсе мы участвовали, наши ребята заняли 2 призовых места. Вот Слава Вячеслав и Филипповский Федор. Вот. И детей вообще была очень обширная программа. Их была экскурсия бесплатная по Москве. Ребятам бесплатно пошили вот такую красивую форму.
Вот. Также незабываемая встреча была с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Слав, расскажи, можно? Что? Снимай. Давай кто пока. У тебя здесь расписался? Давай я покажу. А ты мне говори, где, с какой стороны кто? Здесь расписался Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. И летчик-испытатель Ми-38 вертолета Василий Якушенко. Так, здесь у нас кто? Здесь... Якубович. А я вот перебью. Якубович, он был председателем жюри. Он, экспонатов было выставлено около 100 экспонатов. И представляете, надо было каждому ребенку подойти, ну, побеседовать. Да, конечно. И вот, и этот Якубович расписался вот на данной пилоточке. Ну да, известный авиалюбитель. Слав, ну расскажи подробно о самолете, что использовали для того, чтобы его сделать, как он работает. Сколько он весит вообще? Вот модель весит 2 килограмма. То есть довольно-таки легкая, выполнена из пенопласта, подложки под ламинат, плюс некоторые детали выполнены из фанеры. Самолет проектировался на станке ЧПУ с числовым программным управлением. Слушай, через компьютер. Молодец, молодец, прям какой профессиональный язык у тебя. Слушай, он прям летает, да? Да. Давай, ну покажи, вот действительно, покажи, чтобы все поняли, что он действительно рабочий. Понятно, что у нас студия маловастенькая, он здесь разнесет полстудии, если взлетит, но вот посмотрите, он реально работает. Как мой пылесос. А какую скорость может развивать? Ну, развивает скорость в пределах 60-70 км в час, но при это желании может и намного больше разогнаться. А вы где-то уже у нас здесь в Калининграде его тестировали, да? Мы летаем в основном под Гурьевском, так как сейчас аэродром Дывау закрыли для полетов. То есть это специально вообще отведенное место, то есть нельзя в чисто полешко выйти и запустить его? Нет, ну просто тут поближе, чтобы было, а так... Почему за Гурьевском? Вообще мы организовали, взрослые мужчины такие, как вот мы организовали Федерацию авиамодельного спорта города Калининград, ДВАУ называется. Вот. Ну, мы делаем определенные взносы, у нас там полоса, мы за ней следим, косим траву, вот, и там проводим соревнования вот с детьми. То есть вроде как бы и игрушка, да, но не игрушки, взрослая, потому что нужно игрушка. Следить за всем этим. А покажите все-таки вот сердце, начинку, что внутри находится. Сколько времени ушло вообще на создание? На создание самолета ушло 3 месяца, то есть довольно-таки быстро для такого масштаба этой модели. Трудности были со сборкой кабины, так как тут очень много пластин. Вот, это все зашкурить очень ровно довольно трудно было. Слушай, ну ты сам все делал или кто-то все-таки помогал тебе? Николай Петрович все-таки наставник. Вообще я ребятам заставляю, чтобы они работали с компьютерными технологиями, современными. Не лобзиком пилили, там, не строгали рубаночком, да? Вот. У нас есть специальный станок с числовым программным управлением. Он очень дорогой. И вот и благодаря директору ДЮС молодежной Зинаиде Андреевне Ларченко мы выиграли грант 1 000 000. Вот. И на этот грант она нам выделила деньги, вот, и мы купили станок. И ребята с удовольствием уже, они сейчас без компьютера, они же не могут сейчас, да? Вот, да. Они с удовольствием сидят за компьютером, проектируют все. Но это здесь дело. Здесь полезное такое значение. Да, то есть как компьютера бы сочетается. Вот Давайте сейчас посмотрим видео, действительно, вот как в жизни, да, выглядит этот самолет. Ну, это учение, я так понимаю. И, собственно, я думаю, что мы когда сравним, как он выглядит вживую, как выглядит у нас в студии, я думаю, что всем станет понятно, что это такая, ну, настолько реалистичная модель. Вот. А вы расскажите, пожалуйста, ну, все-таки, вот откуда из интернета взять какие-то чертежи или как это все происходит, Слава? Ну, вообще брали из интернета, конечно же, чертежи, но чертежи этой модели довольно трудно найти, поэтому пришлось потрудиться. Ну да, это, наверное, секретная информация. А ты смотри-ка ее вон. Что следующее, что ты хочешь? А, вот я еще что хотела спросить. Все-таки грамоты. Грамоты, которые у нас здесь присутствуют, ну это вот прям вот действительно стоит их отметить. И да, мы сразу отметим, что они тяжелые. Серьезно, расскажите, что за грамоты? Эти грамоты были получены, как Николай Петрович уже сказал, на конкурсе от Винта, который проходил в Москве в рамках международного авиакосмического салона МАКС-2015. А вот это вот, ну вот это мне вообще очень интересно, да? Здесь и название, собственно, и литературная премия. Да, литературная премия. Вот эта грамота, да, мы не только занимаемся авиамоделью строим, но занимаемся литературной деятельностью. Вот, Левченко Семен, мы создали экспозицию
из фильма «В бой идут одни старики», самолет по два, вот, аэродром, там человечки, пилоты были. Вот. И все это, вся эта работа была отправлена в Москву. И вот он занял первое место в конкурсе, его наградили дипломом лауреатом. Но есть какая-то мечта? Вот что следующее, Слав, ты хочешь сделать? Ну, вообще, хотелось бы собрать, сейчас нашли чертежи, Ла-5ФН. Что это такое? Самолет советских ВВС, который выпускался с 1944 года по 1946 год. Слушай, какой ты молодец, сколько ты всего знаешь. Николай Петрович, мне вот хочется у вас спросить, насколько охотно дети идут в ваш кружок и сколько их там сейчас человек? У меня занимается 85 ребят. Ничего 5 себе. 5 групп. Обалдеть. Вот. Нагрузка часовая – это 24 часа в неделю. Это получается где-то с 8 и до 6 часов. Вот. Ребята – это от первого класса до ребят, которые занимаются в техникуме и в институтах. Даже. Ну, а вот если, например, сейчас кто-то смотрит из родителей и хочет, чтобы его ребенок тоже занимался, или кто-то из детей захотел, я тоже хочу такой, да, самолетик сделать. Куда отправиться дети, скажите? Мы находимся, наш адрес находится ДЮЦ «Молодежная 3». Это ориентир ДОСАФ или ботанический сад. А основном мы находимся... Любой, абсолютно любой человек, ну, да, ребенок может, да, да, прийти. Да, первый класс, пожалуйста, от первого класса до взрослого, до влюченного человека, который любит авиацию, пожалуйста. А, только вы самолеты собираете, то есть там никаких других... Корабли. Да, корабли. А, судомодельного кружка у нас нету, а так есть кружки робототехника, вот, есть радиокружок. Да, детей изобретателей все-таки много. Ну, Слав, мы тебя поздравляем с этим праздником. Это отчасти твой праздник, потому что ты тоже изобретатель. Вас, естественно, тоже поздравляем. Спасибо. Потому Спасибо. Что у вас этих изобретателей, вы их, собственно, растите. Ну и представим наших гостей, которые сегодня нас порадовали. Да, в гостях у нас был Вячеслав Власов, победитель в конкурсе «Юный техник» номинации «Лучший проект по техническому творчеству». И Николай Петрович Козлов, собственно говоря, руководитель проекта. Спасибо вам, ребят, большое за столь интересные рассказы, столь интересные изобретения. И очень приятно, что вот вы наши соотечественники, творите такие интересные вещи. Ну а пока, друзья, мы провожаем наших гостей. Вы далеко не отходите, ну и рубрика специально для вас. Давно, давно, дорогие друзья, аж с прошлого года мы ничего с вами не готовили из творога. Да-да, поэтому сегодня пришло время приготовить вареники. Ленивые, но не простые, а с изюмом. Да. Вот так вот я решил, и мы сегодня будем есть вареники. Значит так, нам понадобится творог, изюм, мука, яйца, немножко сахара, сметана и на украшение тоже понадобится изюм. Мы немножко так все им посыпем. Начинаем. Творог мы оставим чуть на потом, потому что придется руки пачкать. Сначала займемся... чистовой работы. Давайте сначала измельчим изюм. Ну, не совсем измельчим, просто его немножечко порежем. Потому что он у нас крупный. Нужно чуть-чуть его порезать. Да, режем изюм. Сколько угодно. Конечно, допустим, я люблю ленивые вареники, если с изюмом, то пропорцию беру один к одному. Вот сколько изюма, сколько творога, столько же и изюм. Так вот, а сегодня у нас просто будут ленивые вареники с изюмом. Да, достаточно, хорошо измельчили. Скидываем все в нашу мисочку, в которую будем перемешивать. Теперь сюда добавляем творог, немного сахара. И сейчас сюда вбиваем куриные яйца. И уже исходя из того, что у нас получилось по консистенции в нашей миске, то есть насколько жидкая эта смесь, теперь добавляем сюда муку. Ну, конечно, если много творога, то лучше творога добавить. Вот, я вообще считаю, что, может быть, лучше даже пол яйца добавить, вместо того, чтобы добавлять много муки. Итак, получается, хорошо, все, вымесили. Теперь самое время переместиться к плите, на которой уже стоит мисочка с закипающей водой. И теперь я вот намочу немножко руки. И из нашей общей массы буду делать маленькие шарики. Постараюсь, чтобы они были ровненькие, аккуратненькие. Буду катать шарики и опускать их в воду. Примерно одинакового размера, чтобы они потом красиво смотрелись в тарелочке. Вообще, можно делать ленивые вареники, вот по моему примеру, как я рассказывал, и с сухофруктами.
У меня мама, например, любит хурму натертую, натирает, тоже перемешивает с творогом, добавляет яйцо, немного муки и тоже делает льняные вареники. Кто-то вместо муки добавляет манку. И, быть может, кстати, это тоже имеет место быть. Я пробовал такие вареники, они очень вкусные, но у меня, к сожалению, не получается их варить. Поэтому сегодня мы с вами делаем ленивые вареники с мукой. А еще их делают таким образом, тоже скатывают маленькие шарики, варят их, а потом уже после того, когда они были готовые, их обмакивают в мед и обваливают в грецких орехах. И получается тоже очень вкусно. Это, кстати, может быть не просто завтраком, а такой оригинальной закуской на ужин. Отлично, сварились. Теперь все это выкладываем на тарелку. Один к одному. Ой, какие хорошенькие получились. Смотрите, ровненькие. Действительно. Так, и все это украсим сахарной пудрой. И все, я думаю, этого будет достаточно. Смотрите, как симпатично. Забыл, что нужно немножечко изюма добавить для красоты. Ну, все, теперь завтрак готов. Готовьте завтраки вместе с нами и просыпайтесь каждый будний день вместе с Будильник Шоу. Я желаю вам приятного аппетита. Увидимся на телеканале Каскад. Как мы уже и сказали, день детей-изобретателей, собственно, 17 января выбран не случайно. Это день рождения Бенджамина Франклина, который в 12 лет изобрел ласты. Да, только плавательные. Кстати, да, удивительный был человек, в течение жизни еще много чего запатентовал. Например, кресло-качалку и обозначение знака плюс и минус на электроприборах. Да, очень много изобретений было им сделано, важных и серьезных, и существенных для нашей современной жизни. Но вот еще что интересно. Ну, казалось бы, да, дети-изобретатели. Ну что в этом такого? На самом деле очень глобальный этот вопрос. Каждый год 500 тысяч детей-изобретателей делают какие-то изобретения, mm-hmm. так или иначе влияющие на наши жизни и, может быть, в будущем, которые нам пригодятся, хотя сейчас кажутся нелепыми. Вот про одну могу тебе рассказать. Да. Когда-то меховые наушники изобретены детьми, водные лыжи изобретены детьми, шрифт Брайля, вот вообще, да, казалось бы, изобретение так изобретение. Ну, там, не знаю, фруктовое мороженое на палочке тоже было ребенком. Да, да, вот просто, кстати, меховые наушники можем посмотреть, потому что, казалось бы, очень простое изобретение, изобрели его более 150 лет назад, а сегодня это модный аксессуар. Придумал его Честер Гринвуд в 15 лет, потому что не любил он шапки, которые вечно сползали на лицо, были очень жаркими, и вот пришла ему такая гениальная идея вот придумать вот такой аксессуар, который сегодня крайне популярен. Я бы хотела посмотреть и вообще узнать, кто изобрел вот эту шапку. Я не знаю, была у тебя в детстве или нет, которая одевается вот так вот целиком, так, и здесь она и горло козырек, закрывает, да. И только вот такой вот вырез. Вот это, я считаю, вообще гениальное изобретение, намного гениальнее, чем меховые наушники. Оно, кстати, как нельзя кстати, я думаю, для наших погодных условий, которые, кстати, нас сегодня радуют. Давайте, кстати, в этом и убедимся. Семнадцатого января в Берлине -3, малооблачно, днем небольшой снег. В Варшаве 2 градуса мороза, утро начнется со снегопада и переменная облачность. В Вильнюсе -4, облачно, но без осадков. В Минске -6 мороза, пасмурно, в первой половине дня снег. В Санкт-Петербурге -5, также пасмурно, вечером снегопад. В Москве -8. Утро малооблачно, небольшой снег. Днем и вечером пасмурно. В Калининграде 17 января переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 3 градуса со знаком минус. Ночью 6-9 мороза. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление медленно повышается. Слушай, ну это да, действительно удивительно, как дети быстро растут и что они могут придумать. Вот у нас сегодня Вячеслав появился, который сделал самолет своими руками, а оказывается некто Бомбардье Жозеф из Канады придумал снегоход, ни много ни мало. Отец ему подарил старенький Ford автомобиль, и ему ничего не пришло в голову умней, как поставить его на лыжи и придумать гусеничное шасси. После этого он его запатентовал и сейчас является преуспевающим предпринимателем, его
снегоходы продаются по всему миру. Вот такие удивительные изобретения. Также дети что придумали? Ты уже правильно сказала, придумывали фруктовое мороженое, сок на палочке. Казалось бы, да? Да. Дети, очень просто, да, но этот ребенок, Фрэнк Эмперсон его звали, в 11 лет придумал его чисто случайно. Он однажды пил сок на улице, забыл кружку и оставил ложку в ней. Утром вышел, вытащил ложку и вместе с ним вытащил сок. Поделился этим изобретением с друзьями, друзьям очень понравилось, и вот каждый вечер он решил замораживать вот, так, вот этот сок в стакане. Ну, это сок, а мороженое? Мороженое это делается из молока. Да. Ну, собственно, сейчас для мороженого не самое хорошее время, потому что все-таки холодно. А вот для молока, тем более залесского фермера, тем более со вкусом бельгийского шоколада, самое время. И рубрика «Кстати». Вот вы с утра встали, посмотрели в зеркало и подумали: а вот был бы я звездой сцены или экрана, другое дело было бы. Так вот вам утренняя, вдохновляющая фотоподборка, которая лучше слов скажет. Звезды, они же тоже люди, не расчесанные, в нелепых растянутых трениках, с авоськами и синяками под глазами. Вот хорошо, что я на эту подборочку наткнулась, прям отлегло как-то. Получается, не такая уж и пропасть между нами. Получается, все мы звезды. С таким настроем можно еще разок взглянуть в зеркало. Герой следующей истории, похоже, редко смотрел в зеркало, да и вообще мало знаком с правилами приличия. Ну иначе, зачем бы он полез в окошко одной владикавказской аптеки? Сначала мужчина угрожал девушке-провизору предметом, похожим на пистолет. После того, как она в испуге убежала в подсобку, он запрыгнул на стойку за деньгами, но застрял. Какие выводы мы должны сделать из этой истории? Надо следить за питанием, заниматься спортом. А, ну да, и не грабить аптеки. А в это время в Китае подумали о тех, кто зверски мерзнет зимой. Для любителей долгих прогулок создали очень милую курточку с подогревом. В одежду встроены 3 нагревательных элемента. Один на спине и 2 на животе. Модель не такая громоздкая, как обычные зимние куртки, и напоминает ветровочку. Кроме того, куртка создана из водонепроницаемого материала, что обеспечивает безопасную стирку. Пока что проект находится в стадии разработки, но в будущем куртки Хиакет могут быть поставлены на массовое производство. Так что спрашиваем. Выйти во всех супермаркетах города. Ну а мы сейчас переходим к ситуации на дорогах. Друзья, перекресток улиц 9 апреля и Фрунзе на ваших экранах. Автомобилей много, калининградцы активно просыпаются, но благо погода такая приятная. Центр города, перекресток возле центрального рынка. Машин мало, пробок нет. О, свет включили. Ленинский проспект. Здесь автомобилей много. Собственно, наверное, все. И эстакада тоже в машинах. Все отправляются в центр. Да, действительно, это так. Я бы не стала ехать через эстакаду. Да, ну, поговорим, наверное, еще у нас есть пару секунд поговорить о детских изобретениях. И вот иногда, казалось бы, банальные, простейшие изобретения очень нам могут пригодиться в жизни. Например? Например, у тебя 100% есть дома пакет бумажный, который с плоским дном, который можно поставить, и он будет стоять. Да. А раньше такого не было. Пришла эта идея 13-летней Маргарет Кнайт, которая... прохаживая по фабрике бумажных пакетов, подумала, почему их нельзя поставить, чтобы они стояли. А ты знаешь, для чего бы такой пакет хорошо пригодился? Для чего? Для денег. Давайте посмотрим курсы валют. Дорогие калининградцы, по вашим многочисленным просьбам, для всех вас в Киросфере на всю плитку на весь январь продлены новогодние скидки. 10%, 15%, 20%. Ура! Киросфера. Новая база керамической плитки. Габайдулина 39. Ориентир Чкаловский поворот. Киросфера.ру. Итак, курс валют на сегодня. $1 сегодня можно приобрести за 59 рублей 37 копеек. 1 евро сегодня стоит 63 рубля 12 копеек. И польские злоты 14 рублей 43 копейки. Но курсы приятные, я должен сказать. Конечно. Для тех, кто собирается в Европу сейчас, очень приятные и курсы. И много денег поместится в пакетик. Пакетик бумажный с плоским дном. Ну что, друзья, время подводить итоги. Вот сегодня две темы такие, которые между собой пересекаются, прямо скажем. И творчество, вдохновение, и детские изобретения. Потому что без вдохновения изобрести что-то практически невозможно. Именно поэтому сегодня, друзья, мы желаем вам творческого вдохновения. Желаем, чтобы муза посещала вас регулярно. Ну и, естественно, совсем скоро с вами увидимся. Прощаемся. Всего доброго. Пока.